Он имеет много денег, но не имеет детей. Такой трагикомический персонаж. Поэтому он так сильно и с такой большой добротой относится к Хулиану. Поэтому он хочет, чтобы Хулиан продолжал с ним быть. Потому что он понимает Хулиан, потому что Хулиан похож на него. Два человека, живущих на разных континентах, но они как братья-близнецы. Они очень разные и в то же время очень сильно похожие. Está cansada, ¿no? Parece que no, pues sí, cansada. Linda, te encargo unos cacahuetitos o algo para picar.